А с луком? Это плохо или хорошо? Так себе. Лук так. Вот поэтому надо было брать две разных. Нет, я говорю, лук сам так себе. А пицца так. А пицца хорошая. Очки разбиты. Очень прикольно. Кто их разбил? Так, специально художник разбил их. Это недавно стекло. Ну да. Какая-то пластик, вырезанный в виде разбитого стекла. Наверное, те спектакли, которые сейчас не идут, они вот все взяли эти куклы и выставили. Всякие дубочки, толстые китайосы. У меня, кстати, знакомый. С вывернутыми ногами. Кстати, у меня знакомый работал художницей в театре кукол. Да. Ну, откуда ты знаешь? Ноги вывернуты, да. Попал, ноги вывернуты. Ну, они поворачиваются как угодно. Видишь, смотри, собаки как управляются. Специальные такие штырьки в руках, в локтях и в жопе. Почему в жопе? Ну, наверное, там удобнее в этом месте управлять. А это 2003 года. Какой-то... А, Винни-Пух, да. Что-то не очень, да, он как-то Винни-Пух. Суровый такой. Такой злой, можно сказать. Пойдем еще там снимаем, которые висят. Я где-то, кажется, видел этот мультик. Знаешь, этот мультик про лесу Крылечек? А, нет, там вот это. Это Лиса Алиса и Кот Базилио. Это, наверное, другое. Я видел мультик, где эти... Девочка и лиса была. А лиса пыталась девочку украсть. А там еще кот какой-то был. Два кота были. Восточная. Что-то восточное здесь. Сказки Шахерезады. Снежный кровь. Во имя спектакля. Ничего. И какого спектакля? А там внизу написано на табличке, какой спектакль и как используется. Только посмотреть с этой стороны не получилось на лицо. Она очень горячая, папа, ты не обращай внимания. Ой, какая горячая. Ну, здесь она не очень горячая. А знаешь, а продавщица сказала у Путина, а сколько у вас денег? А Путин такой, ну, в шутку, конечно, 123 триллионов. Ну, конечно, он в шутку это сказал.